Жестокость, кровь, секс, нагота и мать-перемать. И снова здравствуй! Меня зовут Алексей, ты на канале Фролов может все, и сегодня Фролов может все в демоверсию игры Forgive Me Phasa 2, что в переводе с ненашенского английского. Он такой теплый ламповый русский, прости меня, отец. Вторая часть. Если впервые на канале, обязательно подпишись. А если ты уже являешься частью нашего такого дорогого и родного комьюнити, тогда с тебя лайк, комментарий и распространяй в социальных сетях. А я начинаю прохождение демоверсии. Start new game. Сложность normal, easy, difficult, hard, expert. Давай normal. Не будем выпендриваться. Просто поиграем в удовольствие. Первая часть у меня стоит на компе. Все хотел ее пройти на стриме. Думаю, как-нибудь пройду. Войс говорит, вставай. Wake up, самурай! Говорит, ты обосрался. Я нажал Е, пресс. Вот, значит, этот. Вечер в хату. Ой, как все резко. Сейчас, погодь. Как все резенько. Это, значит, явно геймплей. Нет, не геймплей. Аудисплей. Brightless. Нет, все хорошо. Графика. Эпик, нормально. Контроль. Yes. Во. Открыл. Хай. Кого тут на перо? Вечер в хату. Я, короче, сейчас пойду в каждой хате спущу. Мужики отдыхают. Слушай, а почему он так сидит прямо перед унитазом? Типа, знаешь, как будто с кем-то разговаривает. Никогда не был в тюрьме, не очень хочу, но мне кажется, там порядки какие-то не такие. Ничего не происходит. Ну, вечер в хату. Ты что-нибудь видишь? Темно? Как в заднице, ребята? О, понятно. Понятно, 2D-шно. Слушай, это не есть плохо. Просто 2D как 2D. Открыл. Нет, тут никого. Каска. Добежал до чекпоинта. Разрезал. Разрезал, порезал. Не открывается, ребята. Пока не открывается. Явно это просто обучение. Ого. Два раза. Вот в первой игре такого не было. Фонарика нету. В первой игре такого не было. Тебе вообще ничего не рассказывали. Тебя просто бросали в атаку. Ой, поебало мне дал. Просто бросали в атаку и все. Говорит, иди, беги, изучай. Куда пошел, блядь? Тайминги не ловлю. Пока не понимаю тайминги. Ой, слушай, а нож-то бьет достаточно далеко. То есть он не прям близко. Во, револьвер получили. Пулей очень мало. Очень много пуль. Кто тут, блядь? Хера. А здоровье? А мне кто-нибудь здоровье? Вот, здоровье. Половина здоровья. В целом выглядит очень даже ничего. Любопытно. Ага, арена. Чекпоинт ричит. Амо. Закрыли. Угу. Не вижу. Угу, вижу. Хедшот. Ой, ты, блядь, он еще перезаряжается, как дед старый. Слушай. Откуда звуки? Ага. Сейчас, давай раскатим. Да, они вон ходят вообще не спеша. Патроны были. Очень. По-моему, было очень неплохо.
Это было хорошо. Я бы, если бы делал 10-7, если бы делал игру я бы где-то здесь закинул бы секреточку. Вот как ты думаешь, туда можно попасть наверх? Да, наверное, нет. Назад не выйти, только вперед. Хорошо. Короче, ребят, прошли еще одну арену. Брони у нас этот, с гулькин нос или хрен. Патронов вообще чуть-чуть. Ага, ой, молодец, Леш. Ой, по-моему, слушай, по-моему, вообще все поймал. Еще патроны. Нужен красный ключ. По-моему, желтый ключ дали. Ага, а вон он и красный. А вон он и красный. А желтый-то где был? Армор. Это ход назад, но явно нам не туда. Темновата игра, да? Слушай, наверное, так должно быть. Наверное, так должно быть, потому что разбросаны очень яркие вот эти вот лампы и все остальное. Ага, еще аму пропустил. Нужно попасть наверх. Блин, вопрос. Нет, он не допрыгивает. Нет, так тоже не проходит. Давай еще раз. То, что висят красные замки. То, что висят красные замки, это не значит, что нужен красный ключ. Спасибо, а я вот на секунду засомневался. Дробь. Здоровье. А, угу. Хорош. Угу. Даже кусанул меня. Музыка приятная, без всяких сомнений. Ух ты, блядь. Их двое. Взяли броню, перезарядили пушку. Там хпшка, но хпшка сейчас не нужна. О, есть поход наверх. Поход. Именно поход, Лёх. Выход на улицу. О, да, 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 да. Я про то и говорю. И еще нужно его поджигать. Ну, типа, несколько раз сделал и поджег. Не поджег, зарядил, извините. Как сюда пройти? Он не проходит. Ну, ты видишь проход? Да, проход, видимо, там есть. А, то есть ты просто зарядил и пошел пиздиться. Все, я понял, то есть его не надо в руках держать. Это тоже плюс. Такого я не помню, чтобы было в предыдущей части. Угу. Супер маленькая зона. А, я вспомнил. Этих молодых людей лучше убивать вообще руками.
Давай ты, блядь! Я слышал, что за мной кто-то ходит. Вот, потому что с ножа мы убиваем сразу одну, сразу главную голову. Да. Стоят тут, кукуют. Хорош. Чекпоинт. Нам дали чекпоинт. Что? Говорит, уничтожай вот эти вот хрени. Не знаю, насколько эта механика оправдана. Убил? Дольше! Дольше еще ты не мог! Так, эти убиваются с двух ударов. Это новые знания. Отсюда мы пришли. Жизни. Не вижу жизней. И откуда-то оттуда он стрелял еще. Сейчас заряжаемся. Почему кот туда стреляет? Нормально. Не могу сказать, что прям все нормально. Слушай, если честно, я прям заинтригован игрой. Она как будто выглядит поинтереснее, чем первая часть. Во, новый кей. Опять чекпоинт. Каких-то мы ключей насобирали, каких, я не понимаю. Каких-то. One more to go. Говорит, нужно, говорит, еще, говорит, один ключ найти. А ключ красный, кстати говоря, он был, ну, мы плюс-минус помним где. Здоровье у нас, кстати, полное. Это не может не радовать. Ты знаешь, я помню, что оно было на выходе. На выходе. Но это явно не здесь. Явно не здесь. О, вот оно. Охрененно. Слушай, вообще интересное решение придумывают ребята. Это что такое? Угу, это секреточка была. Я имею в виду, что они вписывают хорошо в... Во-первых, и дизайн уровней, как мне кажется, стал поинтересней. И история как бы дальше должна развиваться. Так, мы были здесь снаружи. Стой, дай выйдем на улицу. Угу. Это тоже, по-моему, секреточка была. Пройди, говорит, лабиринт, собери еще что-нибудь. Очень приятно. Вообще класс. Я, если честно, прям в восторге, что мы вышли на улицу. Вот, и есть еще другая сторона. Они прям балуют.
Но не видно ни хрена. Еще армор. Ой, полный армор, полны здоровья. Могли бы какую-нибудь отсылку сюда бухнуть. Ну, то есть не просто секреточка, а какая-нибудь еще отсылочка. Угу, угу. Да, можно было бы просто выйти. Вот, про что я говорю, да? Я говорю про то, что мы видим, что оно находится вот здесь. Чтобы сюда пройти, нужно оказаться вот в этой части, на втором этаже, и вот войти вот в эту дверь. То есть мы выходим. Ага, да, да-да-да-да-да. Неожиданно, неожиданно. Страшно, не очень. Почему? Потому что мы, ребят, смелые. Я слишком мало отошел. И знаешь, типа сделал полшага влево. И он такой, ну нет, брат. Спускаюсь нормально. Патроны. Очень хорошо. Чекпоинт ричт. Достигнули чекпоинта. Открыли. Открыли. Говорит, можете проходить дальше. Чувствуешь, какая музыка пошла? И здоровье дают. И здоровье дали. Какие-то они пассивные ребята. Ну, мы зашли хорошо. Шотган полный. Токен. Финиш левел, ага. Всегда, когда есть финиш левел, где-то должна быть секретка. Что, народ? Нет, это плоские спрайты. Это плоские спрайты. Ну, может быть, и все. Почему нет-то? Хорошо. Давай на финиш левел идем. Тут не похоже, что есть секреточки. Да. Убили мы. Ой, вообще всех. Секретов обнаружили два. Ну, где-то еще было явно. Время. 17:35. А все, что ли? Блин, а все, что ли? А она интересная. Да. То есть можно только Visit Hub, то есть посетить их, сделать уровень заново и просто back to menu. Блин, back to menu. Очень хорошо, мне понравилось. Я вот вторая часть драйвовее и интереснее ее сделали, прям лучше. Вторая часть, она все-таки такая более сухая. Вторая поактивнее, любопытно. Мы прошли демку Forgive Me Faza 2. Меня зовут Алексей, вы на канале Фролов Может Все. И сегодня Фролов смог все в игре Forgive Me Faza 2. Если досмотрел до этого момента, скорее всего, тебе понравилось, поэтому ставь лайк, комментируй, подписывайся на канал, обязательно заходи в телегу, там все новости на Бусти, контент 18+, только там, исключительно, больше нигде он не появляется. Что еще? И для всего остального есть Дискорд. Новое видео выйдет совсем скоро, и знай, мне с тобой было хорошо.